Всем привет! Сейчас у каждой семьи в доме есть холодильник. Большинство холодильников содержит несколько лотков для хранения яиц. По-настоящему интересно совсем другое. В большинстве моделей данные лотки поделены на 8 ячеек. Учитывая данную особенность, можно логично предположить, что дело касается определенного стандарта. Давайте узнаем, почему в большинстве лотков в холодильниках сконструировано именно по такой формуле. Самое интересное то, что большинство яиц в магазинах продается в лотках по 10 штук. Однако лотки в холодильниках разделены на 8 ячеек. Выглядит по меньшей мере очень странно, если обращать внимание на данный вопрос. При желании можно сейчас пойти и прямо посчитать количество ячеек в яичных лотках своего холодильника. Скорее всего, их окажется тоже 8. Но почему так происходит? Ответ на самом деле очень прост и сводится он к двум словам – европейский и стандарт. Дело в том, что в странах Европы яйца, как правило, продаются не десятками, а упаковками, так или иначе связанными с дюжиной, то есть 12. Продаются куриные яйца по 12, по 6, но куда чаще по 8 штук. Именно по этой причине и ячеек в большинстве моделей холодильников именно 8. Просто они рассчитаны под самую популярную магазинную тару. Не менее любопытно и то, что у лотков на 8 достаточно давняя история. Примерно 50-70 лет назад яйца во многих странах Европы продавались по 6 штук. Связано это было в первую очередь с тем, что сельское хозяйство на тот момент не позволяло производить куриные яйца в тех объемах, в которых их производят современные фермы. Со временем ситуация начала меняться и в лотках стало по 8 яиц. Число оказалось оптимальным с точки зрения европейцев. Так оно и прижилось. Отдельно стоит отметить, что в отличие от людей с Востока, люди с Запада, в первую очередь европейцы, куда больше предрасположены думать дюжинами, а не десятками и тройками. Магия числа очевидна – 12 месяцев, 12 знаков зодиака и так далее. И если у вас холодильник был произведен в Европе или же европейской марки, то скорее всего в нем будет лоток именно на 8 яиц.